Я считаю, что сегодняшняя игра была очень важной для нас. Это была своего рода игра за 4 очка. Все в раздевалке это знают. Мы здорово начали. Майки проделал отличную работу. А Чаки сегодня был просто невероятен. Грамотная работа парней в меньшинстве была огромным фактором во втором периоде. И самое важное, мы не перестали играть в третьем периоде, как это у нас иногда бывает. Мы продолжали играть в свою игру, играли умно и набрали важные очки. Каждый ваш гол практически забивался прямо возле ворот. Вы действительно делали упор на это? Я думаю, это просто была ситуация, когда мы уверенно контролировали шайбу и занимали хорошую позицию. Это ты научил МакМайкла делать двойную обводку и забивать гол? Я уже так не могу это делать. Приятно видеть, что Скарпс и Майки прибавили в игре, особенно после того, как Ник Даут выбыл в первом периоде. Я думаю, Майки сегодня был невероятным, забил два важных гола, сыграл надежно повсюду, и это отличный знак для него. Скарпс также хорошо боролся и делал свою работу.